Привет всем! С первым днем весны вас! Ну, наконец-то на деревьях начнут распускаться почки и на лужайках будут появляться цветы. С вами Вика Волкова и вы смотрите ТОП-10 на Russian Music Box. Сегодня вы узнаете, какая группа уже в шаге от вершины нашего клип-парада, а кто, наоборот, стремительно теряет позиции. Итак, мы начинаем! Порой танец может сказать гораздо больше, чем простые слова. Влад Соколовский в новом клипе на песню «Я хочу тебя» показал во всей красе свои танцевальные таланты, за что упорно которую неделю подряд держится в десятке лучших клипов российского шоу-бизнеса. На этой неделе ему достается 10-е место. Простите, группа Маяковский, но вы спускаетесь еще на одну строчку вниз. И судя по клипу, у ребят явно какие-то недоговоренности внутри коллектива. Кто-то до сих пор не может кого-то простить. Советую ребятам поскорее решить все свои проблемы и вместе пробираться к вершинам ТОП-10. Ну а пока за ребятами остается 9-е место. Всем привет! Я Вика Волкова, и я не устану поздравлять вас сегодня с началом весны. А прямо сейчас вы смотрите хит-парад ТОП-10 на Russian Music Box. Через секунды мы продолжим знакомить вас с лучшими клипами прошедшей недели. А вот Эльвира Т. медленно, но верно продвигается еще на одну строчку вверх со своим новым клипом «Ледяная». И это неудивительно, ведь кадры в видео певицы невероятной красоты. Да и сама Эльвира вновь открывает очередную грань своей загадочной истории любви. За готовность к любым сложностям и преградам на пути к своему счастью артистка зарабатывает 8-е место в нашем рейтинге лучших клипов недели. Никогда не находили жвачку у себя в волосах? Лично меня, слава богу, миновала эта неприятность. А вот у Noize MC, похоже, был печальный опыт. Ведь именно с этими ощущениями он сравнивает воспоминания о человеке, которые никак не выходят из его головы. Клип на песню «Жвачка» прочно прилип к 7-й строчке ТОП-10. Сердцу не прикажешь. Посмотрев следующий клип, вы в этом без сомнения убедитесь сами. И судя по искренности видео, Полина Гагарина не понаслышке знает о том, каково это любить и не быть любимой в ответ. Будем надеяться, что у певицы все в порядке в реальной жизни, а ее песня «Навек» надолго останется в десятке лучших клипов на канале Russian Music Box. 6-е место. Полина Гагарина. Жизнь как качели. Сегодня мы можем быть наверху и вершине успеха, а уже завтра оказаться в самом низу и потерпеть поражение. Клип группы «Дискотека Авария» похоже сейчас на волне подъема к первым строчкам ТОП-10. Ребята добрались до пятерки лучших видео недели. Итак, 5-е место достается качелям от «Дискотеки Авария». Hello! С вами по-прежнему я, Вика Волкова, и вы смотрите хит-парад ТОП-10 на Russian Music Box. Надеюсь, вы готовы к суперкадрам, потому что мы подошли к четверке лучших клипов прошедшей недели. Поклонники Five Star Family, соберитесь, ведь ваши любимцы вновь оказались в шаге от тройки лидеров. Неужели Юлиана Караулова зря танцевала, а Валера просто так обнажил для вас свой шикарный торс? Смотрим клип на песню «Я буду с тобой» и голосуем, чтобы ребята продвинулись вперед с 4-го места. Ну что же, и поклонники группы «Максим» дают слабину. На этой неделе клип певицы опустился на 3-ю строчку и занимает бронзу нашего рейтинга лучших видео недели. Предлагаем вам еще раз вместе с певицей оказаться в другой реальности и на другой высоте. А вот парни из группы Quest Pistols уже в шаге от победы. И ведь их клип появился на свет сравнительно недавно. Похоже, что любовь в клипе Baby Boy заставила по-новому взглянуть на мир не только солистов группы, но и всех их поклонников. Своими голосами фанаты группы заработали для своих любимцев 2-ю строчку ТОП-10. Не
зря солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева для клипа «Три желания» специально занималась художественной гимнастикой с легендарным тренером Ириной Винер. Ее воспитанницы в спорте зарабатывали для нашей страны олимпийское золото. А вот Аня Плетнева для своей группы в компании DJ Smash зарабатывает первое место нашего клип-парада. Предлагаем вам еще раз насладиться спортивными успехами певицы и послушать ее зажигательный трек на песню «Три желания». А я призываю вас не переставать голосовать за своих любимых исполнителей, ведь именно вы можете привести их к победе. И тот, кто еще вчера не был в десятке лучших, может на завтра оказаться в тройке лидеров. И как пелось в одной песне, вы сами знаете, что все в ваших руках. Уже через неделю смотрите новый выпуск ТОП-10 в субботу в 6 вечера, только на Russian Music Box. А с вами была Вика Волкова. До скорой встречи!